пожалуйста, как вам понравился отдых в Болгарии? В целом, расскажите о своем отдыхе, в своих впечатлениях. Вот вы сегодня уезжаете. Где вы отдыхали? В каком комплексе? В Бутафлязе мы отдыхали. Комплекс очень красиво расположен недалеко от моря. Приехали мы с Украины, город Херсон. Нас встретил представитель этого комплекса отеля Бутафляй. Он нас привез. Расположение жилья очень удобное, комфортное, да. Люди очень все приветливые, внимательные. Получается, у вас не возникло никаких сложностей для того, чтобы найти комплекс, так как представители компании «Евродом» вас встретили, вы заселились спокойно, без всяких проблем, правильно? Да, абсолютно все хорошо, заселили, показали. Вот скажите, сам апартамент, вот вы отдыхали в студии, вот вы приехали, насчет того, что было ли чистенько, например, там как-то все. Все чисто, идеально выложено, посуда, все чисто, все идеально, даже ни на что не упало так глазом, что можно было бы что-то сказать, там восклицание нет, отрицательное. Нет, все великолепно, все хорошо. Вот вы мне скажите, хочется уезжать домой? Нет. Не хочется? Совершенно не хочется уезжать, но отдых есть отдых. Отпуск закончился, да? Ну, мы искренне верим в то, что приедете к нам обязательно на следующий год. И очень рада, что все вам понравилось. И насчет таких добрых слов компании «Евродом-21», конечно, очень благодарны. Поэтому я так понимаю, что вы будете советовать своим друзьям. Обязательно рекомендуем своим родственникам, друзьям, друзьям. Именно в Болгарии очень хороший отдых, позитива очень много, людей здесь очень много позитива, ну и вообще страна очень красивая. Ну, спасибо вам большое, спасибо вам за... Спасибо за гостеприимство. Спасибо вам, спасибо. Все. Увидимся тогда, я думаю, в следующем году. В следующем году обязательно. Спасибо.